раньше, во времена войны, вот здесь вот, может не здесь вот, в общем, перед Москварикой стояли захваченные во время Великой Отечественной войны техника немецкая. Можно сказать, музей был под открытым небом. Где-то, да, здесь. Ну, а потом уже, сами знаете, американские горки здесь были. Кстати, очень много раз катался на них, именно в парке Горького. На ВДНХ тоже, в Сокольниках. Много чего интересного было и весело. А сейчас пустынно. Хотя вон одна карусель какая-то стоит. И не только одна. А что, к празднику поставили. Кстати, там, где вот с правой стороны Крымский мост уже заканчивается, там есть здание. Самое первое. Здесь была судостроительная верфь. Ну, во время войны в него попала бомба, от крыши ничего не осталось, но здание само сохранилось. Вот. Там и кинотеатр был, чего только не было. Но сейчас не знаю, что именно там. Так вот выглядит сейчас набережная в парке Горького.